Вспышки сварки и искры от болгарки. В гаражном учреждении городского округа вовсю кипит работа. Специалисты завершают подготовку спецтехники к зиме. Зачищают детали спецтехники от коррозии, покрывают грунтовкой, красят и смазывают узлы навесного оборудования. Финальный этап – замена летнего оснащения на зимнее. Например, оборудование для поливки меняют на щетки, отвалы и пескоразбрасыватели. Одной из самых популярных машин гаражного участка является такой белорусский мини-погрузчик «Ант». Любят его водители за малые габариты, маневренность и простоту в эксплуатации. Чтобы поменять навесное оборудование, кош на керхер, достаточно просто потянуть рычаг, который освободит петли. Далее водитель опускает гидравлические цилиндры вниз, ковш остается на земле, а погрузчик свободен и готов к новому оборудованию. Из 80 машин здесь 35 каждый год переоснащают. И это трудоемкий процесс. В основном замена оборудования происходит на тракторах и мини-погрузчиках. Процесс занимает у нас довольно-таки порядка времени, потому что, сами понимаете, что надо подготовить отвалы, щетки, пескоразбрасыватели. Времени занимает, поэтому заранее мы к этому готовимся. В процессе ремонта участвуют как водительский состав, так и слесари. Гаражный участок городского хозяйства «Химок» отвечает за уборку дворов и тротуаров, мест, сильно засыпанных опавшей листвой. И сейчас рабочим приходится трудиться в плотном графике, впрочем, как и зимой. В настоящий момент готовность техник к зимнему сезону 90%. Идут работы по покраске и переоснащению техники. Вся техника проходит ежедневный технический осмотр перед выходом на линию. В случае необходимости мы производим ремонтные работы на территории производственно-технической базы. Подготовка техники начинается в гаражном участке с начала октября. Еще несколько недель, и эти машины будут готовы встречать зиму во всеоружии. Сервер Бекмамбетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.